Всем привет! Сегодня покажу, как выглядят малыши крысята на 11-й день своей жизни. Вот они любят спать вот такой кучкой. Куча мала. Один другого выпихивают, залезают внутрь. Вон такие смешные, смотрите. Вот, уже большие. Кто-то там что-то жует. Кто-то, видите, уже явно видно, у кого какая краска. Кто-то вот вылазит. Они уже чуть-чуть, так уже не совсем ползают, а уже чуть-чуть даже ходят. Кто-то явно дамбочка у нас будет, такие большие уши. Ой, это такая разновидность дамба, когда ушки как у слоника сбоку, и они больше немножко. Вот этот явно беленький будет дамбочка. Серенький такой интересный. Какой интересный у него будет цвет, светло-серый. И черненький с разными пятнышками на брюшке. Вот, сейчас, пока мама прогуливается, вот это, и вот эти черненькие, которые очень-очень темные, напоминают мне маленьких кротиков. Вот чем мы занимаемся. Чем мы занимаемся? Вот мы спим, активно нюхаем, вот чухаемся, чешемся. Видите? Такая милая семейка из 11, чуть не сказала человек. 11 малышей. В руки мы их пока не брали, но, наверное, уже скоро будем. Посмотрим, как крыска реагирует, или она не будет против. Но пока она спокойно очень любит гулять сейчас, норка. Вот, смотрите, какие красавцы. Вот сразу видно, у кого ушки. Видите, у этого ушки оттопырены. Вот у этого главного героя. Вот это дамба. А есть ушки стандарт. Вот это вот точно ушки стандарт будет. О, маленький. И у нас вчера произошло приятное событие. Ровно через 10 дней после рождения первых крысят у второй крыски родились тоже крысятки. Их уже 8 штук. Ой, смотрите, как они. И хвостики. Скажите, когда они махонькие, как их можно не любить? Ну, они когда большие, то к ним привыкается и тоже нормально воспринимается. О, такая возня. Вот, сейчас я вам покажу, какие были малышами, когда они родились. Вернее, сегодня вот первый день, да, уже прошел. Одни сутки прошли. Сейчас я вам покажу, как выглядят малыши после рождения. Это такое, не такое приятное зрелище. Шерстки у них совсем нету. Сейчас попробуем, не знаю, получится или нет, заснять. Секундочку. Ну, что-то вот сквозь прутья. Вот такой вот лежит что-то непонятное. Тоже крыска начала, роды произошли в 16:30 первая она родила. Тоже днем, не так, как говорится во всех источниках, что в основном ночью. У нас в основном это получилось днем. Сейчас очень жарко. Вот, их уже не так много. У нее их 8 штук. И вот она уже сегодня первый день их оставила. Пошла гулять, покормила и с чистой совестью пошла на прогулку. И вернемся к более старшим нашим. У них разница ровно 10 дней. И, кстати, беременность что у одной крыски, что у другой протекала ровно 24 дня. Вот. Не плюс, не минус, а ровно. Так, попробую чуть поближе их заснять. Вот эти такие милые мордочки. И так вот, это вот у них занятие. Один слазит, другой вылазит, третий залазит. Посмотрите. И у них как эти, напоминают мне тюлени, моржи. Не тюлени, тюлени. Ну, такая горка. А буквально пару дней назад, они, когда еще шерсти такой не было, они были уже темненькие, было видно, те, кто темные. Они напоминали, мой отец говорит, ой, какие-то бегемотики. Большие животики и такие бегемотики. Вот, милые. Они подросли. Ну вот, я думаю, что где-то раза в два увеличились по сравнению с теми, какими они были. И какой настырный. Вот ползун и ползет и пропихивается. О, а этот перевернулся. Это вот так они спят. Горкой навалились. И самое лучшее место, это не сверху, это снизу. Там тепленько, хорошо. Очень милые создания. Вот эти вот хвостики, они постоянно подрыгиваются, лапки подрыгиваются, кто-то там чешется. Вот эти, о, хвост. Раз. Вы скажите, ну как такую мордочку можно любить? Ну, так мило спят. Глазки они еще, понятное дело, еще не открыли.
Один уже как-то вывалился из этого гнездового ящика вниз в клетку. И долго-долго там бродил. Я думаю, неужели норка его не замечает, что он ходит так долго? Чего она его назад не ложит? Он побродил там так на полугнущихся лапках. Почти ползком, но уже почти ходил. Вот. И норка так не особо беспокоит. Потом его водворила на место. Она уже... Как бы она покормит его с ними, не сильно долго находится, а покормит и выходит. И отдыхает от них. То есть мамочки, они у нас обе хорошие, что норка, что ласка. Вот посмотрим, какой расцветки будут у ласки, детки. Потому что она у нас светленькая, светло-серая. И папа капюшоновый окраса белый-серым. А ласка у нас тоже на хаски у нас окраски. Так, вот. Пока там, сейчас попробую показать. А нет, это уже в следующий раз покажу мамочек. О, видите, мы и бегаем во сне, и ползаем. Ой-ой-ой. Вот, какие они махонькие и махонькие по сравнению с рукой. Видите, вот. Это просто вон чешемся. Уже мы почесываемся. Ой, надо наверх залезть, видите. Не, вовнутрь лучше, видите, это самое... Вольготное место. Залезть вовнутрь. Вот так мы и живем. Да. На этом все. До новых встреч. Пока.